Главная цель прошедшего городского смотра конкурса – формирование активной и ответственной позиции, развитие способностей и лидерского потенциала младших членов пионерской организации, а также активизация деятельности октябрятских групп. По мнению организаторов, такие испытания не только помогают мальчикам и девочкам приобрести навыки поведения на сценических подмостках, но и дают возможность понять не на словах, а на деле, что такое настоящая дружба и взаимовыручка. Когда-то пионерские, октябрятские, комсомольские дружины, они были очень популярны. Очень хотелось бы, чтобы лучший опыт, умение организовать свой досуг, умение делать какие-то хорошие дела, умение находить цели и к ним стремиться, оказывать друг другу помощь и поддержку, чтобы это было сохранено и передано дальше, чтобы эти традиции не уходили. Безусловно, оценивая ребят, члены жюри в первую очередь опирались на требования положения конкурса. Однако были у каждого представителя оценочной комиссии и свои дополнительные требования как к поведению участников на сцене, характеру номеров, так и к внешнему виду членов октябрятской дружины. Они должны быть инициативные, они должны друг другу помогать в любой ситуации. Поэтому все члены жюри, я в том числе, я думаю, что мы будем обращать на это внимание. Естественно, что это должны быть атрибуты октябрят. Мы знаем, что у всех у них есть октябрятские значки. Ну и кроме того, какие-то свои внешние отличия, которые будут видны от каждой группы. Сами октябрята нашей съемочной группе признались, что для них суперзвездочка скорее веселое приключение, чем настоящее соревнование. И этапы подготовки к первенству и конкурсные рубежи они с самого начала были настроены преодолевать дружно и весело. Тем самым, кстати, выполняя и главную цель всего форума, показывая, что такое настоящая дружба и каким может быть настоящий, пусть еще и очень юный коллектив единомышленников. Мы пришли сюда, чтобы не только победить, но и поучаствовать, посмотреть, как тут все. Мы будем петь песни, рассказывать стихи. А про что будут песни, стихи? Вот какая у них тема? Тема песни будет про дружбу. Мы участвуем в первый раз, но я думаю, будет не страшно и очень интересно. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».